Присяга – самый ответственный момент при поступлении на службу. Клятва родине, которая дается один раз в жизни и на всю жизнь. А принести ее на глазах командиров и своих однополчан еще больше добавляет волнения. Торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народа. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Клянусь достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности. Быть мужественным и щадить своих сил при обеспечении государственной общины. Приняла присягу Татьяна Золотарева. Над решением идти на службу в Росгвардию девушка размышляла недолго. Супруг уже военнослужащий. Найти слова, чтобы описать эмоции после принятия присяги, Татьяна может с трудом. Для меня это было очень ответственно. Сегодня перед своими коллегами я чувствовала, что это мой долг. Я должна пойти на службу войска Национальной гвардии. Передать словами это невозможно. Сопровождал это мероприятие оркестр, наполняя события торжественностью. Перед принятием присяги бойцы ОМОНа и вневедомственной охраны Росгвардии прошли трехмесячную подготовку. Этот день, я думаю, у них в душе останется надолго. После сегодняшнего дня уже полноправные сотрудники Росгвардии и с достоинством и честью будут выполнять свои поставленные задачи. Теперь, став полноправными сотрудниками органов внутренних дел России, новые охранники правопорядка могут приступать к своим обязанностям, работе на благо народа и государства. Яна Витренюк, Артур Добряков, служба новостей ИТВ.